Приветствую, я Дмитрий Таряник, главный инженер SoftProm, специализируюсь на запуске новых технологий. Сейчас я вам расскажу то, что вы не ожидали услышать про TeamViewer, и это TeamViewer Frontline. Поехали! Информационные технологии упростили нашу жизнь. До недавнего времени IT-индустрия ориентировалась только на офисных сотрудников, упуская из вида маленькую деталь – это 2,7 миллиарда сотрудников, которые работают без рабочего стола. Для всех этих людей TeamViewer и создал Frontline. Основная цель Frontline – оцифровать место деятельности людей рабочих специальностей и оптимизировать процессы. Это стало реальным благодаря таким возможностям. Универсальная платформа дополненной реальности и искусственного интеллекта, а также носимые устройства для работы без помощи рук, стабильность и масштабируемость, полная интеграция серверной части и цифровых IT, как SaaS или On-Premise, готовое для отрасли оборудование. Решение на основе платформы Frontline с предварительно настроенными шаблонами, компонентами и процессами, а также полностью индивидуальными конфигурациями для нужд бизнеса. Весь проект в одном месте. В чем же уникальность Frontline? 4 основных предопределенных решения для всей производственно-сбытовой цепочки. Построен на надежной платформе с гибкими возможностями для различных сценариев использования, с настройкой в режиме самообслуживания. Гибкость и возможность настройки для индивидуального бизнес-кейса. Быстрая окупаемость инвестиций. Устранение процессов, не создающих ценности. Распараллеливание процессов. Уменьшение количества ошибок. Основная философия TeamViewer – это возможность подключиться к любому устройству. И здесь у нас впечатляющий список поддерживаемых устройств. Умные очки, смартфоны, планшеты, умные часы, устройства под управлением Android, iOS, Windows. Даже с акцентом на носимые устройства, Frontline также может работать на других устройствах. Также возможны смешанные типы устройств в рамках решений заказчика. Комбинированное предложение дополненной реальности и интернета вещей обеспечивает бесперебойную работу конечных двухсторонних решений для производств, связывая интернет людей с интернетом вещей. Дополненная реальность как визуальный интерфейс и система поддержки людей во время выполнения производственных процессов. Интернет вещей как уровень подключения, управления и сбора данных для мониторинга и автоматизации машинных процессов. Искусственный интеллект как инструмент сбора и аналитики машинных и человеческих данных полного цикла процессов. И напоследок пару примеров от компании с мировым именем. В DHL была такая проблема. Комплектование заказов вручную, человеческий фактор, ошибки, а также неэргономичное оборудование. На базе TeamViewer Frontline для DHL было предложено такое решение. Управление без помощи рук с помощью XPeak и графическим интерфейсом. Glass Enterprise Edition, устройство Vuzix, сканеры различных отраслевых стандартов. В результате получили. На 25% быстрее сотрудники выполняли свои задачи. Время адаптации сокращено на 80%. 100% довольных сотрудников. Глобальное развертывание на складах и пунктах обработки посылок. Coca-Cola столкнулась со следующими проблемами. 53 завода-производителя. Специалист по обслуживанию не всегда есть на месте. Высокие расходы на проезд и обучение. Была поставлена следующая задача. Сократить время машинного простоя, руководство и обучение производить под присмотром и уменьшить количество ошибок. На базе TeamViewer Frontline утвердили такое решение. Удаленная поддержка с помощью умных очков, пошаговые инструкции по процессам наладки оборудования, обучение со свободными руками и немного статистики по итогам. Повышена точность до 99%, повышение производительности на 8%, 100% свободные руки без внешних сканеров, на 50% уменьшение простоя линии, на 30% сокращение времени на обучение, на 20% сокращение времени на настройку оборудования. Надеюсь, вас вдохновили примеры цифровой трансформации. Хотите также? Обращайтесь по адресу 3d.division@softprom.com.